Всем привет! Сегодня 3 число 2013 года. Мы с Андрюхой идем гулять. Если вы хотите с нами, то присоединяйтесь. Мы пришли в парк. Погода, как вы заметили, солнечная. И мы с Андрюхой купили мороженое в киоске. Да? Вот, Андрюха сидит. Надо второй раз покажу. Да. Мы купили мороженое. Сейчас покажу, какое Андрюха себе мороженое купил. О, вот такое мороженое. Он обожает такое мороженое. Держи. А мама вот такое. Вот. Это я купила себе мороженое. Держи мороженое. Отдай мое мороженое. Так что сейчас мы будем лопать мороженое и смотреть по сторонам. Людей, как вы заметили, тоже не особо много. Сейчас где-то 2:30 дня. И народ, скорее всего, будет выбираться ближе к вечеру, чтобы погулять. А мы вот решили погулять сейчас. Вон, Андрюха уже лопает мороженое вовсю. Хотела поделиться с вами маленьким секретом, как правильно выбрать цветовую гамму, чтобы не было разочарований при покупке определенного косметического продукта. Когда вы приходите в магазин, вы можете сделать свотч любого продукта, но, допустим, тени, румяна или тональная основа или пудры нанести себе на руку. И выйдя из магазина на дневной свет, вы можете увидеть, как цветовая гамма будет при дневном свете. И вы уже точно будете знать, покупать продукт или не покупать. Все-таки в магазине есть определенный свет, который создает оптический обман. Немного он специально подобран, чтобы сделать немножко такое обманчивое мнение о цвете. Поэтому я стала в последнее время так делать. Я делала сводчи и выходила на улицу. И уже точно знала, как выглядит продукт при дневном свете. Вот такой маленький у меня секретик. Комары, слушай. Вот комары уже проснулись. Солнце садится, комары просыпаются. А средства от комаров, которые брызгать, мы еще до сих пор... Да, в магазине не было. Надо было опять наведаться, но мы еще до сих пор не купили. Вот здесь вот березки. Вот это вот Алена опять на фоне березок. Вот сегодня, говорят, был солнечный день. Я тоже из окон на работе видел отголоски солнечного дня. Но еще чего-то осталось. Вот так теперь комар залетел мне в глаз для полноты счастья. Ну ладно. Главное, не в рот. Ну нет, это я бы, наверное, больше пережил бы. А что, это деликатес, кстати, съесть комара. А вдруг он с кровью? Тебе виднее. Это тебе будет виднее. Мясо с кровью, Вадь. Эксклюзив. Я тебя наловлю потом комаров. Ой. И мы их пожарим. Какой ты благородный кулинар. Мне сегодня будет на ужин деликатес в виде комара с кровью. Приятного аппетита. Итак, солнце постепенно садится. И вампиры выползают. Никто еще не выползает. Это выползла Ленка. Я не вампир, я человек. Не, вампиры выползли, вот они летают вокруг нас. Все, вампиры вылетают на охоту. Да, потому что солнце садится уже ниже, все ниже, и они выползают. Интересно, на ужин. Их видно? Ну ладно. Итак, Алена, что ты хотела сказать? Я хотела поблагодарить уважаемых моих подписчиков, которые пишут комментарии. Кстати, на комментарии мы отвечаем совместно с Вадимом, он тоже пишет комментарии, то есть ответы под видео.
Так что большое вам спасибо. И также нам приятно, что вам нравятся наши влоги, которые мы снимаем совместно с Вадимом. Так что благодарим вас за просмотр и за ваши комментарии, которые вы пишете под видео. Да. И вот такой вот замечательный пейзаж, кстати, открывается. Вот можно было бы рисовать, если бы умели рисовать. Это... Да, зеленая травка. Нет, вот особенно вот здесь, вот прямо вот как... Ну, дома можно убрать, честно скажу. Если дома убрать, будет только лучше. Да, и Алена тоже говорит, что она восхищается. Солнце, конечно, немножко оно слепит камеру. Но вот здесь вот, вот здесь можно было вот исключить провода. Вот эта вот дорожка. Вот такие вот пейзажи я люблю. Помнится, когда-то довелось давным-давно побывать в Пушкинских горах, и как раз было лето, и красота была необыкновенная, потому что вот же Пушкин. Если бы я жил в таких этих самых условиях, тоже можно было бы, наверное, писать стихи. Стихи, романы. И картины рисовать, и все подобное. Только Пушкин не рисовал картины. Нет, я... Каждому свое, дорогая, каждому свое. Ребята! Какие вы хотите увидеть видео, совместно которое будет снято с Вадимом, напишите нам под видео и также задавайте вопросы, на которые мы будем отвечать вместе с Вадимом. А можно еще раз повторить это вот ребята с этим выкидыванием рук? А ты что, не снял? Я это снял, но мне просто интересно еще раз. А ты повторяй, повтори. Так. Ну. А что нужно сказать? Не знаю. Мы отлично провели время в лесу. Да. Солнце уже село. Мы сейчас проходим мимо водопада. Уток нету, к сожалению. Хотели послушать уток. Но здесь заодно можно и... Мы пришли сюда уток слушать, я понял. Что ты меня обманула-то? Земляника, земляника. Уток слушают, пришли. Да, у нас романтический вечер, мы отдыхаем немного, развеяться решили. Да, уток мы решили послушать. А у комаров сегодня был романтический ужин. Ага, в виде человеческих душ. Вадим, а ты любишь романтику? Ну, допустим, как бы посиделки у костра. С песнями, да, гитара. У тебя есть предложение, давай, я за. Песни, гитары там. Но... Чего-нибудь еще. Но... Это вот такие вот здесь пазлы. Лошадка. Зайчики. Все такое. Вероника уже собрала. Кого она собрала? Собачку. Потом еще что-нибудь купить. Но, к сожалению, мы поздновато пришли. Уже это дело закрыто. И еще нас ждут вот такие вот 3D-замки. Но мы еще не выбрали, какой из них будет. Вот. Вот это все здесь есть. Так. Кое-что. Особенно вот этот вот кремль. Но это слишком большой. Куда его ставить? Мы пришли из магазина. И вот Андрюк уже распаковывает сумку. Так, и что же мы купили? Мы купили чипсы Читос. Вот. Какие купили мы? Зефирный, крем-лимон. Так, мороженое с кусочками вишни, пломбир. Так, дальше у нас Андрей достал, мармелад в виде жука майского. Это средство от комариков. Так, это у нас красный напиток. Так, это у нас пастила. Так, это у нас мышки. Мармелад. Так, это я такой взяла себе напиток. Милки. Так, дальше. Вот такой. Название, да, шикарное. Так, дальше. Это Вадька соскучился по пиву из Крыма. Так, да, что это? А, следующий такой же напиток. Так. Агрибот.
Да. О, Angry Birds. Так, все? Да. Все, а, ну понятно. Coca-Cola Light и тонус 100%. Вот, Андрюха все распаковал, а теперь все дружненько это все упаковываем. Куда? Правильно. Где все должно лежать. Это все нам обошлось в 1100 рублей. Мы заказали пиццу, вот такую. Вот такие шарики. Кстати, был на сайте акция. Если мы скажем слово «жажда», нам подарок привезут морс. Вот. Нам привезли клюквенный морс. Так что всем приятного аппетита. Еще купила себе вот такую маленькую баночку кока-колы. Такая миниатюрная, удобненькая. Я ее уже выпила. В два раза меньше вреда, чем в обычной коле. Это была философия от Вадьки. Самого умного человека на свете. Так, и на этом я хочу закончить свое видео. Пошла его монтировать. Вы скоро вы увидите. Всем пока! Сегодня мы с Вадимом едем по местам нашей молодости. Но я хочу оставить это немножко сюрпризом. Вы увидите все это в видео. Так что, если вам это интересно, то оставайтесь со мной. Так, аутфит. Это Ленкин аутфит. Скажи, пожалуйста, что тебе больше понравилось и привлекло, когда ты увидел меня в первый раз? На 10 этаже? Да, на 10 этаже, да. Такие большие глаза. Такие большие глаза. Я внизу стоял, но на 10 этаже. И такие большие серые глаза были.